Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Джули, и сегодня я буду готовить салат под названием «Утро в колхозе». Я приготовила только еще пока внешний вид, внутренности салата еще нету. Это я отодвигаю, так, сюда отодвигаю другую тарелочку. И в эту тарелочку я первым делом кладу копченую курицу. Во-вторых, я отправляю соленые огурчики. Дальше я сюда отправляю произвольно порезанные яйца. Вот у меня сыр. И в последнюю очередь орехи. Все это я сейчас заправлю майонезом и перемешаю. Этот салат даже солить не надо. Вот теперь можно смело выкладывать салатницу. Это у меня пришел голодный пот. Вот, друзья, вот такой красивый салат у меня получился. Такой салат не стыдно подать на стол на праздничный. Ну, а мы пошли обедать. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.